В автокинотеатре Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха прошел новый сеанс. В субботу, 18 июля, жителям и гостям округа показали российскую комедию «Марафон желаний». В таком формате кинопоказ на Лазутинке проводится уже в третий раз. Первые два сеанса прошли здесь в июне. Автокинопоказы оказались востребованы, поэтому работа кинопаркинга продолжается. Начало сеансов, как обычно, в 21:45. Количество мест ограничено.